Так, ребят, всем привет, и сегодня я вам покажу, как сделать новый баг, который вышел после патча, в котором вы сможете получить 50 тысяч опыта в минуту. Вот, это реально, не кликбейт. Вот, но перед тем, как мы начнем снимать видео, я вам хочу, ну как, я его уже снимаю, но я вам хочу сказать, что у меня есть дискорд-сервер, который я закреплю в комментариях, вот, и в описании он будет. Вот ссылочка на него, поэтому заходите, я там, ну как, я там бываю часто, вот, там у нас есть вкладка помощи, если у вас какие-то проблемы есть, можете туда написать, вот, у нас там все адекватно, в обычном чате у нас там хороший актив и так далее, поэтому заходите, не стесняйтесь, вот, будет приятно, у нас уже 1000 человек, мы на партнерку идем там, вот, поэтому у нас хорошая модерация и все подобное. Вот, также я хотел сказать, что, как бы это объяснить, у меня есть розыгрыш на 3 года там в дискорде моем, в которых вы можете выиграть там 2 рюкзака и 1 кирку. Вот просто в информацию вкладку зайдите, и вы там сможете найти все условия. Короче, вот и розыгрыш кончается 27-го. Вот именно в дискорде нужно участвовать в этом розыгрыше. Также хочу сказать, что у меня есть тег-автор Кусакаук. В магазине предметов можете ввести его на английском без пробелов. Вот, меня просили эту часть всю делать побыстрее, поэтому я пытаюсь побыстрее делать. Нужно этот баг будет, точнее, бандл купить нужно будет, вот, потому что 500 баксов ради этой обертки. Конечно, у меня есть получше обертка, там давалась за хаус пати или как эта фигня, да, была. Вот, бесплатно давалась обертка. Еще год назад там. Я как полностью такая, ну вот сейчас могу показать по-быстрому. Вот, вот эту я имею в виду. Ну вот она получше будет. Как по мне, чему-то. Ну, в принципе, пофиг. Я помню, меня заскамили, когда я Минти продавал, даже начал был подарить вот эти крылья, и там, короче, вандер скин, и деньги заплатить за Минти вроде 1 или 2, и, короче, меня заскамили, поэтому, ладно, не суть. Вот, вводите мой тег автора, если вы ввели мой тег автора и купили что-то в магазине предметов, тогда вы можете скинуть мне скриншот и ваш ник в Дискорде, либо в ЛС, либо отдельный канал есть в моем Дискорд-сервере для этого. Вот, просто кидайте, и я вас добавляю в друзья на мой основной аккаунт. Вот. И в принципе все, давайте, ребят, начнем срочно делать этот баг, а то мы никогда так не начнем. Так, короче, что мы пишем? Какой код? Пишем код 00887954236370. Вот, 70 пишите в конце без V, потому что V сама поставите. Дальше мы набираем и нажимаем «Зайти». Собственно, то после чего мы выбираем приватную игру и нажимаем «Зайти». Вот, далее мы просто должны немножко подождать, пока у нас все загрузится. Ой, блин, мне спать хочется сейчас, но это не суть. Вот у нас сокровищный экран с 4 сезона, прикольно, перед тем как ивент. Точнее, в начале ивента. Ну как, трейлер 4 сезона, вот эта локация была. Вот, далее что нам нужно сделать, это подождать 6 секунд буквально, и у нас игра загрузится. Также хочу сказать, что за баги такие не банят в творческом, так как у меня 1000 человек, и никто не знает, если, ну, никто не знает вообще людей, которых банили за эти баги, потому что никого не банили банали. Вот, и, кстати, вы можете пойти либо в M-Course, либо на 3-ю, либо на 4-ю, вот, эту фигню. И короче, в принципе, все. Вот, вы можете пойти сюда, дальше прыгнуть, сейчас, прыгнуть сюда и отредачить так пол и просто автобег использовать, и вам дадут, собственно, то опыт. Сейчас у меня какой-то клоун там рекламирует в дискорде какую-то фигню, мы его забаним, у меня модеры его кикали, но он, видимо, заново зашел и спамит, вот, или нет, я не знаю, вот, не знаю, где это. Да, 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 сейчас забаним по-быстренькому. Вот, и уже сейчас напишем ban reason spam virus.
Вот, баним. И все. Вот. Дальше, извиняюсь за это, вот, что пришлось так сделать. У меня там челики просто кикали этого чела вот с дискорда. Но он опять зашел. Короче, я вам порекомендую просто в стенку бежать. Либо отредачить вот так стенку и точнее пол, и бежать просто вперед. И вам будет давать опыт. Здесь, кстати, гораздо больше дает опыта, чем на других картах. И вы просто можете этот баг сделать буквально за одну минуту. Тут, в принципе, все легко. Просто ставьте автобег. Покажу сейчас, где автобег включить. Вот. Автобег включается здесь. Вот здесь вы бин ставите, либо на контроллере просто автоспринт поставьте. Вот, и вот автобег будет. Просто вот так берете, что делаете, покажу заново. Берете, прыгаете на эту кнопку и прыгаете вот сейчас сюда и пол ставьте, и все, у вас будет давать опыт. Вот, кстати, можете попробовать сейчас, давайте на четвертый попробуем. На этой нам примерно по 100 давали. Вот, ради интереса попробуем здесь. Вот, сколько будут давать опыта. Здесь нам дают... Нам вообще ничего не дают, по-моему. Да, здесь нам ничего не дают. Ой, извиняюсь, ударил случайно в микрофон. Вот. Так, давайте попробуем здесь. Здесь нам должны давать, по идее. Вот, дают по 50 опыта примерно. Тут, по-моему, так же дают, как на той. Хотя, может, поменьше. Вот, не уверен. И давайте попробуем на самой максимальной. Вот, вот здесь попробуем. Может, здесь больше будут давать. Вот тут хорошо, что в новой версии просто вы можете сюда прыгать. И нормально, не приходится проходить этот курс. Вот, сейчас... Вот, все. В принципе, здесь по 40 дают, здесь меньше дают. По-моему, давайте сейчас попробуем обратно в третью пойти. Там сам больше дают. В той по 52 вроде давали. В этой сейчас проверим. Блин, тут немножко нужно в тайминг прыгнуть. Здесь по 70 дают. Да, вот здесь сама больше, поэтому здесь сделайте этот баг. Вот, и все, в принципе, всем спасибо за просмотр, напишите в комментариях, если баг работает, чтобы люди знали, что баг действительно работает. А с вами был я, Кусакалкей, вот, вводите мой тег автора, мне будет приятно, это большая поддержка для меня, вот, и большая мотивация снимать дальше для вас видео. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот. С вами был я, Влад, точнее, Кусакалкей. Вот, я тут немножко поредачу. Блин, вообще не могу редачить. Вот. Здесь не могу ставить рампы. Да, блин, вообще я редачить не могу. Вот, давайте, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кусакалкей. Я не размятый, если что. По видео с Маршмеллоу видно, кстати. Увидите, я его снимал буквально минут 50 назад. Вот, все, давайте, всем пока.